Несмотря на похолодание, ремонт внутриквартальных дорог продолжается, информирует телеграм-канал Куйбышевского района. В работе укладка нового асфальтобетонного покрытия во дворе домов номер 5 и 7 по улице Зеленой. 43 квадрата нового тротуара и почти 800 проезжей части. Большая работа у подрядной организации уже позади. Работы по ремонту ведутся также и в микрорайоне Рубежная на улице Воздушного флота, в работе территория около дома номер 45 по Пугачевскому тракту. Здесь рабочие бригады разбирают изношенное асфальтобетонное покрытие и подготавливают основание для укладки нового дорожного полотна. С 1 марта 2025 года можно будет установить самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать в отделениях МФЦ или онлайн на портале госуслуги, информирует телеграм-канал железнодорожного района. Если мошенники получат ваши персональные данные, то не смогут оформить кредит или микрозаймы на ваше имя. Снять самозапрет можно будет аналогичным способом. Использовать данную процедуру можно неограниченное количество раз. Второй всероссийский детский экологический форум завершился в Челябинске. Школьники 5-11 классов соревновались, предлагая свои проекты по улучшению экологии. Боролись в 18 номинациях. Проекты победителей получат финансирование по результатам голосования оргкомитета. Самарские школьники завоевали бронзу в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Администрация промышленного района в своем телеграм-канале приглашает 19 октября в ДК «Победа» на концерт «Златокудрая осень» с участием вокалистки Ларисы Скачковой. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 13 часов.